же этот цвет? Оранжевый. Ой, какой это он. Это черный. Это черный цвет. Да. Это фиолетовый. Ну, пускай будет фиолетовый. Может быть, он немножко розовый. Розовый, коричневый. Коричневый. А это? Желтый, зеленый. Да ты все знаешь, оказывается. Любознательному Саше 3,5 года. Шустрый, жизнерадостный, мальчик быстро схватывает все, чему его учат воспитатели специализированного дома ребенка в Белгороде. Лепит, рисует, строит из конструктора. Он любит подвижные игры, музыкальные и физкультурные занятия. С удовольствием участвует в творческих мероприятиях. Он рассказывает стихи, поет. Он любит помогать взрослым, ухаживать за растениями. Также он знает свою кроватку, где он спит, свою любимую игрушку, свой стульчик. Рому, младшего брата, Саша окружил заботой и лаской. При каждом удобном случае обнимает, целует, во всем старается помочь. Давай на шейку вот так одень. К нам доктор приходит, у него на шейке вот так висит. Послушай. Горлышко, болит у тебя? Болит у тебя горлышко. Покажите, пожалуйста. Покажите, откройте, пожалуйста, рот. С первых дней самым близким человеком в центре для мальчиков стала Татьяна Селюкова. Воспитатель, друг, любимая Таня. Но даже она не может заменить братьям родителей. Кто будет зеленым, мама или папа? Мама. Мама будет зеленая. Давай, кого она будет держать за ручку? Рому или Сашу? Рому и Сашу. Двоих вас будет держать за ручки, да? Тогда мы, наверное, маму вот тут нарисуем, да? Она же, наверное, будет большая. Нет, тебе не надо бегать. Но она же будет выше, чем вы. Она же большая мама. Я тоже хочу. А ну ты же вырастешь. Как ты мне всегда говоришь. Тань, я же немножко недовырос. Мама будет, наверное, вот такая кудрявая. Ой, зачем она будет худая? Ну посмотри, у нее какая прическа. Не хочешь кудрявую? Нет. Давай мы нарисуем тогда прямые волосики. Я забыла, она же будет похожа на тебя и на Рому. Братья практически не расстаются. И, конечно, брать их под опеку или в приемную семью можно только вместе. Маша, Варя. Поглядите-ка, нашла. Сашу и Рому можно взять под опеку или в приемную семью. Подробную информацию о братьях вы можете узнать по телефону в Белгороде 27 16 31. Давай. Сюда. Двухлетняя Ира с Ромой и Сашей незнакома. Так же, как братья, она ждет встречи с мамой и папой. Малышка, как и все девочки, любит нарядные платья. А вот куклам предпочитает машинки. Первое, что мы видим, что она ребенок хрупкий и нежный. Вот с этим нельзя не согласиться. Вот на сегодня она осваивает жестово-мимические и речевые средства общения. Она, в общем-то, стремится к общению. Вот утром она узнает уже знакомых, улыбается, подает ручку. У Иры хороший музыкальный слух, поэтому больше всего ей нравится изучать музыкальные инструменты и даже пробовать играть на них. Бам-бам-бам! Бам-бам-бам! Иру можно взять под опеку или в приемную семью. По вопросам семейного устройства звоните по телефону в Белгороде 27 16 31. Когда мы говорим о доченьке, своя ли, а тем более приемная, то нужно помнить, что девочку нужно защищать, и она в семье должна чувствовать себя защищенной. Тогда она будет девочкой, тогда она будет дамой, леди, как хочешь. А вот с мальчиками совершенно другая история. А с мальчиками, чтобы он был по жизни уверенный, самодостаточный, то здесь нужна бесконечная поддержка. И всякие разные импульсы в мальчике замечать и культивировать. Когда мы говорим о девочке, то это обращение к папам, а о мальчиках это вся семья должна взращивать в семье мужчину. На все вопросы об усыновлении и взятии под опеку этих детей ответят специалисты Белгородского специализированного дома ребенка.